Обеспечение международной информационной безопасности с целью эффективного предотвращения существующих угроз в области информационной безопасности. В целях борьбы с подобными вызовами в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан главы двух внешнеполитических ведомств подписали соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности. Взаимодействие в рамках данного соглашения предполагает равноправие, соблюдение основополагающих принципов международного права. Направлен данный документ на предотвращение крупных угроз, в том числе суверенитету и территориальной целостности государств, пропаганды сепаратизма и экстремизма, угроз жизни и безопасности граждан и так далее. В соответствии с соглашением стороны обязуются предпринимать совместные усилия для предотвращения возникновения подобных ситуаций. Эта тема актуализировалась в связи с деятельностью хакерских групп, различных криминальных группировок, которые имеют цели, скажем, нарушить информационную безопасность в различных государствах, причинить экономический вред тем или иным странам, хозяйствующим субъектам, ну, для того, чтобы обезопасить экономику, для того, чтобы обезопасить сферу общественной деятельности. Вот подобного рода документ весьма необходим. По словам аналитиков, данный документ укрепляет договорно-правовую базу Баку и Москвы. Межправительственное соглашение – основа для сотрудничества, направленного на борьбу с использованием информационных и коммуникационных технологий во имя обеспечения мира, стабильности и развития. Если мы трактуем информационную безопасность в широком аспекте, то следует обратить внимание на деятельность некоторых, скажем, ресурсов, которые так или иначе подвергают опасности информационное пространство наших стран, что также нежелательно в условиях конструктивного диалога, который развивается между Москвой и Баку. Деятельность подобных ресурсов также нежелательна и должна пресекаться. В этом смысле вот подобные соглашения открывают новые возможности и предоставляет государствам необходимый инструмент для борьбы с подобного рода явлениями. Отметим, что по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и России в Баку было подписано соглашение о взаимодействии в области международной информационной безопасности. Как подчеркнул министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, Баку нацелен на последовательное развитие отношений с Москвой. Стороны также договорились провести инвентаризацию всей договорно-правовой базы, насчитывающей более 200 документов, которые были приняты за последние 30 лет. Эльнара Алиева, CBC.